И примета. Если стоит полная луна, то весной нужно готовиться к половодью. Посмотрите, пожалуйста, где у нас луна. У нас убывающая луна. Убывающая луна, да. То есть не полное половодье весной не ожидается. Вот такие интересные подробности можно было узнать, посетив фольклорный час под названием «К истокам народной культуры» в библиотеке микрорайона Щелково-7. Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Активное долголетие». Для людей старшего возраста организаторы придумали действительно занимательный досуг. Гостям рассказали о разных необычных культурных традициях нашей многонациональной страны. Посетил мероприятие и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, который также пообщался с читателями библиотеки. Программа «Активное долголетие» сегодня она развивается. И нам очень важно сегодня понять по всем направлениям, что мы должны делать и совершенствовать. И одно из направлений – это народное творчество. Говоря о народном фольклоре, гостям загадывали интересные загадки, а также устроили занимательные мастер-классы. Всем присутствующим мероприятие понравилось, и они признались, что с радостью встречались бы в таком формате как можно чаще. Сегодня было очень приятно пообщаться с другими читателями. И хочу сказать, что материал, который подготовили сотрудники библиотеки для нас, был очень интересен, злободневен. И каждый, кто присутствовал на этом мероприятии, вспоминал свою молодость, свою жизнь. При этой библиотеке у нас организован клуб людей старшего возраста. Называется он «Непоседы». Нам очень повезло. Библиотека, где мы сейчас находимся, теплый дом для нас, где нас всегда ждут, объясняют, занимаются с нами, рекомендуют не только книги, устраивают мероприятия, в том числе чаепития. Подобные мероприятия для людей старшего поколения проводятся в библиотеках городского округа Щелково на регулярной основе, и они пользуются большой популярностью у посетителей. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.